Утром 31 марта в поселке Эммаус автомобиль «Шевроле Лачетти» сбил остановку общественного транспорта. Перед этим в иномарку врезался автомобиль «ВАЗ», водитель которого не учел необходимую дистанцию. Удивительно, но в этой аварии никто не пострадал. По данным сотрудников ГИБДД, оба водителя были трезвы. Бежецким МСО регионального следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летней местной жительницы, обвиняемой в умышленном повреждении чужого имущества и покушении на убийство человека. Следствием установлено, что ночью 4 августа 2019 года в Бежецке женщина, находясь под пяти, за рулем автомобиля неоднократно пыталась сбить мужчину, который накануне сделал ей замечание. Мужчина после первого наезда успел убежать от преследователя. До попытки сбить человека женщина ключом поцарапала капот автомобиля потерпевшего. Ущерб превысил 20 тысяч рублей. В рамках расследования уголовного дела следователем Следственного комитета выполнен значительный объем следственных действий. Проведены проверки показаний на месте, трассологические и судебно-медицинские экспертизы. Уголовное дело в отношении обвиняемой с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет передано в суд для рассмотрения по существу.